Всем доброго времени суток. Представляю вашему вниманию обзор на угловую шлифовую машинку фирмы Erbauer. Поставляется она в картонной упаковке и вот таком вот красивом кейсе. Картонная упаковка, к сожалению, не сохранилась, поскольку уже около 3 месяцев я пользуюсь этой болгаркой и хотел бы вкратце рассказать о том, из чего состоит комплектация при покупке, а также об основных ее достоинствах и недостатках. Вот эта фирма, она представлена в России только в магазинах сети Касторама, изготавливается в Китае для Великобритании, а также Касторама поставляет, импортирует вот эти устройства, инструменты в Россию. К кейсу претензий никаких нету, очень удобная рукоятка, прорезиненная, достаточно прочная, присутствуют замки. Единственный недостаток этих замков то, что когда требуется быстро открыть, вот эта клипса, она иногда попадает сюда на замок, и не с первого раза удается открыть чемоданчик. Итак, посмотрим, что же находится в этом чемоданчике. Здесь инструкция, а также, как во всей линейке инструментов Erbauer, здесь присутствует шнур, длина его около 2,5 метров, действительно толстый, качественный шнур. Я разбирал, смотрел внутри, то есть тот диаметр, который здесь заявлен, он действительно присутствует. Здесь написано, что это 2 на 0,75, без заземления. Что касается комплектующих, ну, естественно, диск это уже мой. Защита. Пластиковая, причем пластик достаточно толстый, твердый, с 2 замками. Но, честно говоря, вот такой защитой не пользуюсь. Ключ, который очень прочно здесь сидит, его достаточно сложно доставать отсюда. Это радует то, что при перевозке в этом чемоданчике ничего не бряцкает, все на своих местах находится, в сохранности не бьется. И рукоятка. Рукоятка очень качественная. Да, во-первых, большой диаметр. Очень удобно держать. Черная вставка – это резина, поэтому действительно она не скользит в руках и очень удобно лежит. Здесь мы видим болт крепления, который прикручивается к головке редуктора, и вибропоглощающие проставки, которые снижают вибрацию от инструмента. Что в первую очередь можно отнести к плюсам? Ее очень тихая работа, ее практически не слышно. Ну, относительно, если происходит ремонт, то это будет один из наиболее тихих инструментов. Здесь заявлена скорость 12 тысяч оборотов в минуту. Однако она свои 12 тысяч не дает. А в замерах получилось выжать около 9 максимум. Здесь мы видим надпись «Сделано в КНР». Также присутствует надпись «United Kingdom». Адрес в Лондоне. Это вот официальное представительство фирмы Erbauer в Лондоне. Также ее модель EAG900-115. Рассчитана она на диски диаметром 115. Очень удобное крепление защиты. Ее можно повернуть так, как вам удобно, под правую, под левую руку. Либо вообще снять, что, естественно, не рекомендуется. Защелкивается очень прочно, не вибрирует, не шатается. Здесь присутствует стопор для замены диска. При вращении не слышно характерного для дешевых болгарок хруста редуктора. Вращается очень-очень тихо. Причем тактильно руками тоже чувствуется, что редуктор не имеет ни люфтов, вал не шатается. И вращение происходит очень-очень тихо. Также следует отметить очень хорошую вентиляцию. Действительно, я замечал, что при длительной работе с некоторыми дешевыми болгарками нагревается корпус, где находится двигатель. Здесь такого не происходит. Отсюда выходит очень сильный поток ветра. Здесь защита шнура. Ну и, в принципе, все классически. Переключатель очень удобный. Даже вот в таких вот толстых перчатках относительно очень удобно переключать. Фиксируется и, соответственно, быстро отщелкивается в свое исходное положение. В целом инструмент за такие деньги
я считаю, очень достойный. И имеется опыт покупки других инструментов фирмы AirBauer. И хочется отметить, что действительно китайцы здесь показали относительно хорошее качество за минимальную стоимость.